Всем привет! Сегодня еще одна замена дисплейного модуля 6H. Не оригинальный дисплейный модуль. Мне принесли переделанный, переклеенный. Вот. Сразу видно. Уже с рамкой. Другая комплектация, соответственно. Не та, которую я снимал первый раз. Там был один дисплейный модуль. А здесь у нас сборный дисплейный модуль с рамкой. Замена простая. Телефон поставил на сепаратор. Горячий. Куда-то подевал свой медиатор, которым я обычно открываю. Хорошо разогревайте дисплейный модуль на данной модели до 100 градусов, 110 на данной и на шестерке простой, потому что краска имеет свойство отслаиваться вот это вот на крышке и на дисплее, поэтому нужно хорошо разогревать, чтобы краска не оставалась на корпусе. У нас уже были проблемы с этим. Так, снимаем винты. Где-то месяц, или пару месяцев назад, уже не помню, я снимал замену дисплейного модуля на данной модели. Как я уже сказал, да, дисплей был другим. Снимаем винты. Дисплейный модуль стоит 150 евро сегодня. Один из самых дорогих. Снимаем SIM-слот. Рамку. Ну и правильно, грамотно все переставляем просто на новый дисплейный модуль. Давайте сначала проверим. Включаем телефон. Загружается аппарат. Итак, что у нас тут?
все работает. Батарейка на нуле почти. Подключаем телефон. Включаем батарею. Коаксиальные кабеля. Нижний модуль отстегиваем. Достаем системную плату. Включаем нижний модуль, два черных винта, динамик, аккуратно с датчиком, такая металлическая заглушка тут. Звонок, виброзвонок. Мы аккуратно извлекаем нижний модуль с кабелями. Так, и что у нас тут осталось? Батарея. Батарею я бы разогрел. Если не будет сниматься, бывает, что снимается сразу, если нет, то дополнительно ставим на сепаратор. Не пришлось. И разогреваем. Все, смотрим, что у нас здесь. Резинка стоит, датчика. Так. Лапки стоят. В общем-то, все, что нам нужно, у нас уже есть. Устанавливаем виброзвонок. Верхний динамик. С датчиком. Заглушка металлическая. Обратите внимание, прокладка передней камеры здесь у нас уже стоит на камере. Если вдруг она у вас осталась на дисплее, на старом разбитом, то нужно ее перекинуть. Вот здесь все в порядке. Ставим нижний модуль. Давайте сразу его пристегнем. Устанавливаем системную плату, батарейку. Завинчиваем двумя винтами нижний модуль. Коаксиальный кабель, синий белый GSM, так.
стараемся не оставлять отпечатки на камере. Вставляем снизу. Что-то не село. Кривой каркас, сразу не заметил, видите, да? И причем восхождение 3 миллиметра, наверное. Видите, насколько. Давайте аккуратно выпрямим. Аккуратно, здесь главное не перестараться и загнуть его в другую сторону. Ну, теперь все в порядке. Батарейка села, не включается. Так, ну что, все готово. Как видите, простая замена. Обращайте внимание на корпус. Если изогнутый, обязательно нужно его привести в нормальное состояние. Как видите, сделать это несложно. Вот.
дисплей дорогой, аккуратно с заменой. Ну, в принципе, все. Устанавливаем крышку предварительно. Разогреем двусторонний скотч. Все, друзья, всем спасибо, я Дов. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем удачи в работе, до новых встреч.